Развязав пакет для мусора, женщина обнаружила промокшую кроху и не смогла сдержать слез. Алина гуляла со своей собакой, когда заметила шевелящийся на ветру пакет для мусора. Жительница солнечного города Рио-де-Жанейро Алина Мартинс во время прогулки со своим псом случайно заметила на обочине дороги шевелящийся мусорный пакет. Она не придала этому пакету особого значения, решив, что пакет шевелится от ветра. Но через пару мгновений ее привлек звук, который раздался со стороны этого самого пакета. Ей казалось, что она услышала ослабленное мяуканье. Тогда она решила убедиться в своей догадки и проверить этот пакет. С трудом развязав тугие узлы, женщина наконец смогла открыть пакет и обнаружила внутри маленького насквозь промокшего грязного котенка, которому явно нужна была помощь. Алина освободила малыша из плена мусорного пакета и стала его успокаивать так как котенок был в ужасе от случившегося с ним. Когда малыш немного пришел в себя, женщина посмешила отнести его домой, чтобы быстро согреть и оказать ему необходимую помощь. Для начала она его скупала и согрела в теплой воде. После ванны девушка хорошо просушила бедолагу и приготовила временную постельку. Котенок был еще не совсем маленький, поэтому его пришлось кормить из шприца. Когда котенок немного подрос, и смог питаться твердой пищей, Алина решила дать ему имя и назвала его Дэви. Еще пару недель Дэви уже совершенно пришел в норму по своих приключений и мог начать новую жизнь. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, узнаете много интересного.